Дорогие братья и сестры, мы собрались в доме молитвы, и наше желание и помолиться Богу, послушать слова, наставления, которые мы читаем на страницах Святого Писания. Иисус Христос, когда ходил на этой грешной земле, Он проповедовал, наставлял Своих учеников, и народ израильский, и все люди, которые ходили за Ним, они очень были внимательны к Его словам. И вот Он один раз, наставляя народ, это Евангелие от Луки, 18 глава, с первого текста хотел прочитать наставление о молитве. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Такое напутствие, наставление. Мы сегодня утром проснулись, и у нас было желание куда идти? В дом молитвы. А в дом молитвы цель прийти, чтобы просто посидеть, послушать или все-таки помолиться. Когда мы читаем тут ниже, написано, там два человека вошли в храм помолиться. Пришли в храм помолиться. Я уже рассказывал пример, как-то мне брат Николай рассказывает, говорит, я ко мне постучались, у него там дом молитвы, он и живет в доме молитвы. Я, говорит, открыл дверь, и она говорит: «Я не к тебе». И побежала в зал, где дом молитвы, кафедре, колени склонила и молится. И думаю, неверующий человек пришел помолиться. Мы верующие. Мы пришли в дом молитвы, наверное, самое главное – это помолиться. И вот Иисус Христос дает наставление, что должно всегда молиться и не унывать. Ну, бывают молитвы, на которые Бог сразу отвечает, а бывает, мы очень долго молимся, и человеку приходит уныние. Почему? Ну, так вот я вот долго молился, и ответа не было. И Христос дает напутствие наперед всем верующим, что не всегда на все молитвы Бог будет отвечать в вашей жизни. Но Он говорит, должно всегда молиться и не унывать. Это очень важное средство оставил Господь для нас, людей, чтобы мы могли Богу молиться. И часто мы в жизни какие-то моменты делаем, сперва все делаем, и когда уже ничего не получается, тогда мы начинаем молиться. Ну, а как должно правильно быть? Наверное, перед тем что-то делать или какое-то дело, Богу помолиться нужно. И это будет, наверное, такая правильная очередь или цепочка нашей жизни, когда мы правильно будем расставлять приоритеты в нашей жизни, что нужно делать в первую очередь, а потом уже все остальное в нашей жизни нужно делать. Должно всегда молиться. И вот молитвенная жизнь христианина, она важна в глазах Божьих. Как-то один брат-служитель говорит, мне подошла одна сестра молодая и говорит: «Помолитесь за меня, помолитесь за меня». А он говорит: «А ты молилась?» А она говорит: «Нет». «А почему?» Бог говорит, ни на одну молитву в моей жизни не отвечал.
И вот, знаете, это немножко трудновато, да, такому человеку объяснять. И как-то он говорит, а мне сын ночью встает и говорит, папа, помолись, у меня сильно зуб болит. И я, говорит, понимал, что у ребенка есть вера, чтобы отец помолился. Я встал, оделся и так молился, Господи, ответь, пожалуйста, чтобы вера у этого ребенка укрепилась. Вот чтобы вера укрепилась, Господи, ответь. Не то, чтобы там нужно, чтобы зуб перестал болеть, а чтобы вера укрепилась. И вот в нашей жизни очень важно, когда мы действительно сами молимся, не потому что это вот мне дали бумажку, выучи наизусть, там 7 раз повтори и все. Нет, это потребность моей души. Я хочу общаться с живым Богом. И вот он такой пример приводит. В одном городе жил судья неправедный. Бога не боялся, людей не стыдился. И в этом же городе жила вдова, которая приходила к судье и говорила, пожалуйста, защити меня, помоги, вот такое бедствие, я беззащитный человек, и меня вот другой человек угнетает. Если ты не заступишься, ну, в моей жизни будет горькая, трудная жизнь, помоги мне, пожалуйста. Он ее послушает, послушает и говорит, знаешь что, приди в следующий раз, приди в следующий раз. Вот она снова идет. Приходит, ну, пожалуйста, ну, защити меня. И вот сколько она ходила, пороги оббивала, а у него вот такое грубоватое сердце. И потом он сам себе, она мне уже надоела. Вот потому что она мне надоела. Раз она мне надоела, вот отвечу на ее просьбу, и все. И уже она ко мне больше не придет, время моего не будет занимать. И защитил. И вот он говорит, слышите, что говорит судья неправедный. Слышите? И дальше продолжение идет. Бог ли не защитит кого? Вопиющих к нему день и ночь. Почему-то в нашей жизни у нас бывают трудности, различные переживания. И мы, бывает, вопием и день, и ночью у нас сон бежит от нас. И мы снова обращаемся к нашему Богу. И Он говорит, Бог ли не защитит? Сегодня наша молитва к Богу, она очень важна. И Он учит нас молиться, когда нам хорошо и когда нам бывает не очень. Вот у нас бывает в жизни, ну, как-то светлые дни, да, а бывает... Говорят, такая вот какая-то полоса пошла, такая полоса нехорошая. Одно за другим. Случается бедствие за другим. И где мы находим отдушину или силу для того, чтобы наша душа мятежная, может, такая усталая от этих забот и переживаний, сложностей, которые встречают нас в этой жизни, где нам находить эту отдушину? Он говорит, должно всегда молиться и не унывать. Не впадать в уныние. Уныние – это очень печальное состояние человека. В Библии написано так, что унылый дух сушит кости. Ну, пробовали с унылым человеком рядом находиться? Было хорошее настроение, и потом смотришь, и у тебя настроение пропадает. Почему? Не знаешь, как этому человеку помочь. Впал в уныние. Все вокруг плохо, все плохо, плохо и еще хуже. И вот с этого состояния нужно как-то выходить. Унылый дух сушит кости. Это состояние Богу не нравится. И Бог говорит, вам должно где находить таблетку или лекарство от уныния? На коленях. И мы понимаем, где Бог дает нам милость, чтобы нам выйти из этого состояния, выйти из уныния, когда мы выходим с молитвы, и у нас глаза светятся, лицо сияет, хорошее настроение. Почему? У нас Бог посетил. Он услышал мое моление. У меня состоялось общение с Богом, с моим богатым отцом, добрым отцом, любящим пастырем. У меня состоялась встреча, я смог с ним пообщаться, и он услышал мое моление.
И теперь, когда он услышал мое моление, мне так стало хорошо. Мы, бывает так вот, разговариваем с человеком, а он нас не слышит. Бывает такое? Вот вроде мы имеем общение, а он не слышит. Бывает такое, когда Бог на наши молитвы не сразу отвечает, и нам бывает трудно. Но мы понимаем, где находить утешение. Только в молитве. Только в молитве мы находим утешение. И это очень важное средство для нашего духовного состояния, чтобы мы в этой жизни могли получить очень важное утешение от самого нашего Господа. И дальше идет рассуждение о том, что Сын Человеческий придет, найдет ли веру на земле. Почему так происходит? Вера, она как бы рождается, и написано, вера – это как вот, если у вас будете иметь веру, как с горчичное зерно, то можете и горы переставлять, так Христос говорил. Ну, а вера, она и растет. И если горчичное зерно, написано, вырастает как дерево, и птицы небесные укрываются. И мы, когда смотрим на жизнь Авраама, написано «Отец всех верующих». Вы дети Авраама. И если бы вы были дети Авраама, Христос говорил кому это? Который говорит, мы не рабы, мы дети Авраама. Это евреи так говорили Иисусу Христу. А он им говорил, если бы вы были дети Авраама, то делали бы что? Дела Авраамовы. И вот Авраам – это для нас такой образец, и мы понимаем, он наш отец. Отец всех верующих. А с чего начиналась вера Авраама? Мы начинаем книгу «Бытие» читать, и находим, вера Авраама начиналась с того, что Господь сказал, «Встань, Авраам, выйди из родства твоего, и вот ту землю иди, ханаанскую, там ходи». А как ходить там надо было? Надо было с собой носить, наверное, эту юрту, палаточки, овечки с ним ходили там, люди, которые ему помогали. А вокруг какие народы? Народы были, которые, они поднимали свое экономическое положение за счет других. Увидели, слабенький идет Авраам, хозяина и всех остальных там, кого могли, они истребили, животных забрали, кого-то в плен, кого-то в рабы, и подняли свое экономическое положение, и все. И вот Авраам знал, куда идти среди тех народов и быть просто пришельцем, жить кочевным образом жизни, и пошел в ту землю, не зная, куда идет, ни родственников, ни охраны, ничего. Вот такая вера была у Авраама, он поверил Богу, и Бог его повел. Такой, ну, как бы для нас, может быть, простой поступок. Бог его сказал, иди, я тебе дам. Ну, а дальше у него жизнь, он семейный, там опасности. Несколько раз Сара оказывалась в опасностях. Бог избавлял, сохранял. А дальше он просит, Господи, вот у меня уже много всего, есть и рабы, и рабыни, есть много скота, я очень богатым стал человеком. А сына у меня нету, сына нету. Он говорит, дам тебе сына. И 25 лет проходит, 25 лет ждал. И уже ему под 100 лет, Аврааму, ему ангелы говорят, через год будет сын. И написано, в душе рассмеялся. Ну разве в такое время бывает? Сара тоже рассмеялась, разве в такое время бывает? И Бог дает сына, рождается сын у них, и вот он растет на глазах, и, может быть, первые слова говорит «мама», там «папа», приносит что-то, радуется, и в одно утро Авраам слышит «Авраам, он я, вот сына единственного, которого ты любишь, мне отдай». Я думаю, Авраам сильно запереживал. И дальше, когда он шел на эту гору Мориа, он шел с каким сердцем? Наверное, с трепетным, а возвращался каким богатым. Каким богатым он возвращался с этой горы.
И эта гора, на которой потом был построен храм, и сколько поклонялись на этой горе, и сейчас там стена плача, там до сих пор евреи молятся возле этой горы. Почему? Там был отец Авраам. Там был наш отец Авраам, он отец всех верующих. И вот для того, чтобы эта вера, она потихоньку росла у Авраама, шаг за шагом. И когда уже он стал муж веры, и он отец всех верующих, и если вы будете верующими, будете делать дела Авраама. Он делал очень важные дела, и назван был другом Божьим Авраам. Для нас Господь хочет, чтобы мы в это последнее время, когда сегодня так развит интернет, всякие сети, как мы говорим, столько всего в этом мире сегодня делается, когда уничтожается институт семьи. Сегодня настолько мир в погибель спешит, и мы удивляемся, как это могут люди, взрослые, образованные, издавать такие глупые законы. Мы удивляемся. И мы удивляемся, как люди Бога не боятся и людей не стыдятся. Тоже удивляемся. И Христос задает вопрос: «Сын человеческий придет, найдет ли веру на земле?» Иисус Христос не закончил на этом беседу. Он дальше продолжил, что в храм зашли два человека помолиться. Один мытарь, который так вот, возможно, возле порога, далеко не прошел. И как молился, там написано, вот так вот бил себя в грудь: «Будь милостив ко мне, Господи, будь милостив ко мне. Господи, прости меня, я прожил жизнь не так, помилуй меня». И снова: «Будь милостив ко мне». И другой молитвенник зашел. И он так великодушно молился Богу и говорил такие слова: что я не такой, как вот этот, или как вот та, или как другой. Я пощусь, я десятину плачу, я все делаю, я такой хорошенький. Так себя хвалил, хвалил, хвалил. А второй так молился, сердечно молился, говорит: «Господи, будь милостив». Ну, мы так благодарны нашему Богу за то, что Бог смотрит так глубоко, в душу заглядывает, в наши мысли заглядывает, в наши мотивы заглядывает. И Он оценивает нас очень справедливо, не так, как мы, люди, можем ошибаться. Мы можем неправильно думать о братьях и сестрах. Мы можем неправильно думать о тех людях, которые действительно свою жизнь испачкали грехами, но они себя судят и говорят: «Господи, будь милостив, будь». И как та женщина, которая своими слезами, она омывала ноги Иисуса Христа, волосами вытирала, она сокрушалась о своей прошлой жизни. И Христос говорит: она святая, она святая. И Христос назвал того мытаря тоже святым, оправданным человеком. А тот, который сам себя хвалил, ну, как-то о нем не сказано, он менее оправданный ушел. Бог и его не отверг. Но тот, который более сокрушался, тот, который более смирялся перед Богом, на того Бог обратил внимание. И в Библии написано: «Вот на кого я презрю, на смиренного, на трепещущего перед словами моими, на кроткого человека». Иисус Христос говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Учение Иисуса Христа, оно настолько просто, но настолько для нас добро и несет. И Господь своей любовью сегодня согрел очень многих людей, и мою душу, и душу каждого из нас. И Он нас призывает, чтобы мы могли обращать внимание и на мытаря, и на того человека, который уже уверен был в себе, так написано о нем. И пусть нас Бог сохранит от самоуверенности, но в глубоком смирении ходить перед нашим Господом, чтобы нам, как верующим людям, должно всегда молиться и не унывать. Пусть Бог благословит это слово, мы помолимся Ему. Аминь.